Дары Камчатки снова в Рязани. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская», расположенная у торгового центра «Премьер», вновь готова радовать рязанцев вкусными деликатесами. Чевыча, палтус, нерка, омуль, белорыбица. Более 35 видов рыбы, холодного и горячего копчения, а также слабого посола. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет, да и свежестью та отличается от этой. В общем, мобильную ярмарку рязанцы всегда ждут с нетерпением. По телевизору увидела рекламу и решила рыбку купить. Красное чевыча в филе хочу взять и икру. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чевичи. Большим спросом пользуется и красная икра. Даже человек, который ничего не знает о рыбе, но любит этот деликатес, замечал, что выглядеть икра может по-разному. Отличается по цвету, диаметру икринок и немного по вкусу. На выставке продажи «Икра и рыба камчатская» – продукт высшего сорта. Его незабываемый и насыщенный вкус ценится среди гурманов. Я белорыбицу купила. Я первый раз. Покупаю первый раз здесь. Наверное, приду, немножко еще куплю. Ионическую морскую. Впервые попробовать или приобрести уже понравившиеся рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 4 февраля включительно.